Валар Маргулис. Почему Джейми бросил Бриенну ради Серсеи? Голливудский актер и продюсер Николай Костер-Вальдау объяснил мотивы своего персонажа, рыцаря королевской гавани Джейми Ланнистера, в финале сериала «Игра престолов». В последнем и восьмом сезоне «Игры престолов» Джейми признался в чувствах к Бриенне Тарт. После битвы с армией белых ходоков они занялись любовью, но позже Ланнистер бросил влюбленную в него женщину-рыцаря и отправился в королевскую гавань, чтобы спасти Серсею. Там Джейми и настигла смерть, он скончался в объятиях своей сестры. Поклонники были возмущены, что Джейми поступил бесчестно по отношению к преданной Бриенне. Ланнистер воспользовался ею чувствами, а потом сразу же уехал к своей единственной избраннице. Однако исполнитель роли не согласен с предъявленными обвинениями. По его мнению, последняя сцена должна была изменить отношение зрителей к главной антагонистке сериала. Гвендолин Кристи была так трогательна в этой сцене. Она проделала фантастическую работу, показав, что Бриенна, наконец, нашла счастье, которого у нее никогда не было. Но в итоге Бриенну жестоко лишили его. Однако это логично по отношению к данным героям. Джейми не мог оставаться в Винтерфелле. Серсея – это самый важный человек в его жизни, хочет он того или нет. По словам Николая Костера-Вальдау, мысль о том, что он оставил любовь всей своей жизни умирать в одиночестве, слишком ужасна для Джейми. Город рухнул вместе с ними, это было поэтично. Когда мы снимали сцену смерти, это было так волнительно, даже сильнее, чем в моей последней сцене, когда Тирион нашел тело брата и сестры. Надеюсь, что последние секунды жизни Серсеи и Джейми оставили неприятное послевкусие у тех, кто так хотел ее смерти, заявил Костер-Вальдау. Валар Дахайрос.